Жители Конищева обеспокоены, что засыхает аллея с молодыми деревцами вдоль дороги на улице Интернациональная. Листья и ветки кленов сухие, с редкими зелеными побегами. Только осенью посадили, вот, и получается, вот некоторые вот нормально принялись, а некоторые нет. Ну, надо с этим, да, что-то делать бы желательно. Посыхают, а ничего не сделаешь, они просто обрежутся и дальше пойдут. Крону будет просто ниже, да и все. Сохнет все, ну так что, хоть огородили, хоть не поломают деревца. Обязательно полить, побелить. Вот здесь белили, а здесь почему-то забыли побелить деревья. Как раз мы мимо проходим, надо обязательно. Хотелось бы, чтобы все это цвело, оно очень завяло, не поливают. Не знаю, что с этим делать, но оно вообще никак не растет. В городских условиях даже самым выносливым деревьям приходится непросто. Уже в начале июня на кленах появились желтые листья. И сейчас ситуация ухудшается. Как спасти деревья, объяснили экологи. Знаете, к нам часто обращаются с просьбой, мы хотим посадить деревья. Мы всегда говорим, ребят, это полдела. Кто будет ухаживать, кто будет следить. Очень важно, особенно первое время, чтобы дерево укоренилось, за ним ухаживать. Потом уже, когда корни дойдут до влажных слоев там почвы, уже первое время обязательно нужно поливать. Горожане надеются, что деревца удастся спасти, и аллея будет радовать рязанцев по-прежнему. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».